Дети из прошлого. В Саратовском государственном музее боевой славы состоялась презентация необычной выставки «Детство поколения первой половины 20 века». Ее приурочили к Всемирному дню ребенка. Слово Динаре Ахуновой. Это 20-й годов, вот эти альбомчики. 20-е годы писались. Вот, видите, как интересно. На выставке организаторы представили уникальные и редкие материалы из фондов музея и личных архивов саратовских семей. Пожелтевшие от времени фотографии, открытки прошлых лет, чьи-то любимые игрушки. В каждой из вещей целая жизнь. Наша выставка посвящена детству поколений первой половины 20 века. Прежде всего, мы, конечно, делали это для детей. Это выставка для детей. И мы думаем, что наша идея и задумка удалась. Таисия Николаевна – одна из тех, кто поделился историей своей семьи. Семейные фотографии, письма отца с войны теперь хранятся в фондах музея. Все наше детство проходило до войны. А потом началась война, и нас мать как-то спасала, одевала нас. Отец ушел на фронт. Но детство проходило наше все равно. Очень дружно, все мы были вместе. Мультимедийная презентация сопровождалась играми, конкурсами и концертными номерами детских коллективов. На меня произвело впечатление – это кукольный театр. Я раньше не знала то, что его изготавливали дома целиком. Попробую сделать кукольный театр дома и показывать его младшей сестре. Динара Ахунова, Денис Лобин, Алла Хрунова, Вести, Саратов.